Привет всем! Сегодня приготовим очень простой бисквитный рулет с вареной сгущенкой. Нам потребуется 5 яиц, 5 столовых ложек сахара, 6 столовых ложек муки и 1 чайная ложка разрыхлителя для теста. Разрыхлитель можно и не добавлять, так как бисквитное тесто очень хорошо поднимается. Ну и, конечно же, нам потребуется еще и щепотка соли. Отделяем белки от желтков. Добавляем и в белки, и в желтки по щепотке соли и взбиваем где-то 1 минутку и те, и другие. А затем уже вот этот сахар 5 столовых ложек разделим и добавим 3 столовых ложки в белки и 2 столовых ложки в желтки. И будем взбивать до устойчивой пены. Ну вот, взбили и белки, и желтки вот такую достаточно густую массу. А за окном у нас уже вот такая вот зима. Идет снег, уже ничего не тает, мороз, уже минус 6 или 8 градусов сейчас. И вот такая вот погода. Синичка прилетела в кормушку. И еще одна. Ну, какая умненькая залезла в кормушку. Вот такая вот погода. Птичкам, конечно, сейчас будет тяжело выживать, но мы будем помогать. Перекладываем белки в желтки и все аккуратно перемешиваем. Муку смешиваем с разрыхлителем и в несколько приемов просеиваем в наше тесто. Вот такое вот у нас получается тесто. Слишком долго не замешиваем его, чтобы белки у нас не осели. И сейчас ставим разогреваться духовку на 160 градусов. Можно также в это тесто добавить и ваниль, ну, либо ванилин. Застилаем противень пергаментом и перекладываем наше тесто. Ну вот, распределили наше тесто более или менее так равномерно. И ставим в разогретую духовку и выпекаем до готовности. Ну вот, прошло всего 5 минут, и наш бисквит на рулет уже очень хорошо начал подниматься. Быстро он выпекается. Ну вот, прошло 15 минут, наш бисквит готов. Сейчас мы его достанем из духовки и сразу будем перекладывать на полотенце. Ну вот, переложили наш бисквит. Сейчас мы снимаем пергамент. Если он хороший, у вас хорошего качества, он хорошо должен сняться. Но если даже он и не самого хорошего качества, можно его сбрызнуть сверху из пульверизатора обычной водой, и тогда он хорошо отстанет от теста. Такой вот получается бисквит. И сейчас мы его быстренько сворачиваем в рулет. Ну вот, свернули в рулет и оставляем вот так вот его остывать. Начинкой для нашего рулета будет такая вот вареная сгущенка. Не слишком она густая, такая вот немножко жидковатая. И сверху все покроем глазурью. Здесь 1 столовая ложка сливочного масла, 3-4 дольки горького шоколада и, наверное, 2 чайных ложки воды. Можно добавить молоко. И все соединяем на медленном огне. Наш рулет остыл. Разворачиваем его и смазываем поверхность сгущенкой. Ну вот, смазали всю поверхность сгущенкой и сейчас сворачиваем в плотный рулет. Разделяем наш рулет на 2 части и сейчас все сверху зальем шоколадной глазурью. Ну вот, наш рулет с вареной сгущенкой и шоколадом готов. А всем тем, кому данный рецепт понравился, подписывайтесь на наш канал, делитесь этим видео с друзьями.
заходите почаще в гости, и пока-пока. До новых встреч, всем самого-самого наилучшего.